Так. Считаться. Какой я? А, следовательно. Приветушки, дружочек. Так, нам походу. Вот в сторону. И немножечко развернемся, хоть и полета. Оп. Оп. И прям. Четко. Теперь можем отчитаться. Здорово. Есть уже. Что о майке? Нет. Никаких зацепок. Я думаю, я его потом поищу. Может, там поискать? Вообще-то знаю. Ну давай, свежий рассказывай. Взгляд может помочь. Свежий взгляд. А тебе я доверяю. Дай отмечу место на твоей карте. У тебя карта есть? Дам знать, если что найду. Ну, я не уверен. Курьер. Ну, давай поищем. В той стороне 223 метра. Надо включить свет. Вот ты. Ага. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. И раз, и мы внизу. Вау, вот оно. Вышли в большой мир, пошарились по чужим сумкам, и похоже есть даже вариант подождать до утра. Да, вот значит наша штука. Тут у нас по-любому есть мега аптечка, которые я почему-то собираю, но не использую. Армейская. И подождать до утра. Потому что 205 метров бежать по зараженной пустоши. Такое себе удовольствие. Бонус ночного времени. Что, погнали. Милитаризон. Очень медленное передвижение. Опа, все, пришли. Все, теперь можно мучать. Ну, этой высоты не хватило, явно не хватило. Z, S. Ладно, не получается. Привет, как ваши дела? Надеюсь, я всех сбаламутил. Побежали за мной? Побежали. Ей. Вау. Прыжок. Воу. Ой, извини. Этого я не хотел. Явно не хотел этого. Ей-ей-ей-ей, бежим вперед. Вперед, 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 вперед. О, два новых сообщения. Ладно, погнали искать душечку Майка. Ну ладно, опять не получилось, а это значит, что мы сейчас попробуем забраться еще выше. Здорово, мужики. Я вам не помешаю. Хотел бы, чтобы жители базара с нами больше разговаривали. К чему вражда? Теперь туда. А, вот уже, собственно, и все. 40 метров где-то в этом здании, да? Где-то в этом здании. Здорово, мужики. Наверху, где-то наверху. Падаем вниз. Ой, извините. Вообще не туда все падают. Ты чё рычишь? Не рычи. Та-та-та-та. О, вот он. Вот он вход. Ну ладно.
тут получилось. Вот как это называется? Уф, страшно было, чуть не сорвался. Так, не то оружие. Ну что ты какая-то себя ведешь-то? Чем это мне рычит? Так. Я понимаю, что вы мне не особо интересны. Ведь у вас даже нет ничего. О, что-то есть. Ладно. Видите зараженных. А, это вот такой план был. То есть это план такой. Обыщите. Колотые раны. Колотые раны. Да. На тебя напали и бросили умирать, Майк. Хуже это я того, тебе. Тебя оставили в темноте, чтобы ты превратился. И мало вот было тебя так убить. Кто-то негодяй какой-то это сделал. Отнесу их Дрискалу. Я что-то разведал, оказывается. Я думал, что я еще ничего не разведал. Что ж такое? Че, у тебя все нормально? Включайся, чтоб... Что ты хочешь включить? Что происходит, лысая бошка? Ничего, к сожалению. Электричество снова подается в трансформаторную, плачь, мужик, но я не могу плачь. Запустить эту нет, штуку. Похоже, могу. Предохранители. Да. Это был мой шанс вернуть ее к жизни. Кого? Ты о ком? О своей жене, Меган. Электричество ее оживит. Лобанулся? Ты что? То, только если она кукла электрическая. Она снова вернется. Принесет продукты. Мы будем вместе готовить и говорить всю ночь напролет. Кажется, просто как, долбанулся. Если она... О, как мы будем... Ладно. Так, ладно, внизу, хорошо. Толпы зараженных я пытался понял. Забрать, но... Я дам тебе все ценное, что у меня осталось. Буду ждать в нашей квартире. Она под нами. Ну, давай. Новое побочное задание, оно живое. Толпы зараженных, говорит. Эй! Один. Два. Ой, рука отвалилась. Нужно выйти на солнышко. Ты сюда. И ты сюда. Кто там еще остался? Ты сюда. И ты сюда. А где толпа зараженных, собственно? Где эти странные предохранители? А. Это ниже, да? Пусто. Я, получается, просто так занимался сейчас. Сейчас обидно было. Хоть у кого-нибудь. Ну, хотя бы тряпки. Ну хоть что-то. Ну. Просто комната. Блин. Так, еще ниже. Еще ниже, еще дальше. Так, толпа зараженных, это они. Ого. Кто со мной разговаривает? Так, мужик. Ой-ой. Что-то электрическое там сейчас жарилось. А как тебя защитить? Вот я тоже не знаю, что это было. Мне не понравилось. Что-то явно электрическое. Что-то явно у меня током. Ого. А нехило шарахнуло. До конца подлечиться. Так, вещи, ремесло, лекарств, 2, 3, 4, 5 хватит. Сукин сын прячется. А вот никто не знает. Оп, включить. Ты тут? Я закончил. Попробуй. Да, походу, это не все. Подожди секунду. А, автомобильная ловушка. Она жива. Моя Меган жива. Иди, посмотри сам. Ладно.
А тебя ничего не смущает, мужик? Нет. Идите, я старую площадку жила. Мужик, тебя подлечить. Ну ладно, ты, смотрю, отважный боец, сам справишься. Прыжочек. Да что ж такое-то, а? Вот еще прыжочек. И типа нужно еще выше. И еще выше. Ну и где его Меган? Так. Идите в старую 3 метра вниз. Только меня ты... 10 метров. Идите в старую квартиру Джорджа. Это же она, да? Да. Ну давай, показывай свою Меган. Она я так рад снова слышать твой голос, Меган. Рифленой картошки не было, так что я купила простую. Ты не против? Это печальная история. Конечно же, не против. Может, посмотрим сегодня что-нибудь? Скоро буду. Пока. Это очень печальная история, на самом деле. Да, моя Меган. Мужик реально с ума сошел. Мы сегодня посмотрим кино вместе. Посоветуешь что-нибудь? Советую с ума не сходить. Думаю, пусть Меган выбирает. Ой-ой-ой, как ты печально. Прав. Спасибо тебе за помощь. Я и Меган. Мы очень благодарны. Очень благодарны. Блин, у чувак, это... У меня есть ее украшения. Прям очень она печально. Она часто наряжалась в последнее время. Нет. Возьми их. Прошу. Мужик, оставь их себе. Не. Они тебе мне нужны. Мне ни к чему, а для тебя важны. Она и правда выглядит в них, да, потрясающе. Это... Спасибо. Рад, что вы снова вместе. Печально, когда вот... Ох, я даже не знаю, как это описать. Она жива. Но сумку твою все равно обнесу. Так уж и быть. Не просто ж так все это было. И тут тоже. И, товарищ, хватит звать себе зараженных в гости. Они же потом не уходят. Слышу бой барабанов. О, и чуваков вижу. Ты мне просто не нравишься. Ты чё такой странный? Все, закончились. Не знаю, зачем я это сделал. Они... Все нормально? Ты летаешь так сильно. Так, взлом тяжело. Очень тяжело получается. Прям. Опа, нарышные часы. Очень тяжело все вышло. Зачем они ходят в масках? Это же неудобно. Так, кому-то нужна моя помощь, очень близко. Нужно бежать, помогать, спасать кого-то срочно. Ага. Да. Даже не придется тебя догонять. Бандит пойман. Извините, но я отомстил. Не получилось, ну да ладно. Сделай вид, что я ничего не заметил и убежал. Ха-ха-ха. Все, все так, как я задумывал. О, красивый домик. Ну, симпатичный с глазами. О, что-то как-то вот это не очень было симпатично. Помощь нужна, у меня полно лекарства. Понял. Кашляй дальше. Да нет! Это было прям печально. Чё, вот опять большой чувак стоит, да? Так. Вот к тебе всех.
Давайте все к нему, все туда. А почему, интересно, загорелось? Непонятно. Я его кинул туда. Взрывал. Интересно, почему? И на тебе еще одну такую. А, я понял, эта штука еще и загорает. Окей, мы крутые теперь штуки, мало того, что так еще и загорают. И они подходят, сбегаются. А почему не загорелось? Да. Сейчас рванет по любасу. А чё он так погасло быстро? О, теперь долго горит. Интересно, это взорвется или не взорвется баллон? Ну, это что-то долго тут происходит так. Слушай, давай попробуем. Добить из лука. Один выстрел, один человечек. И... Не у того. Опа, больше мне ничего не надо. Редкий трофей у меня. Можем идти дальше. Потратил много, а нужно было всего там по одну-две стрелы. Вот настолько бывает круто, когда у тебя уже прокачан скилл. Но до этого я довольно долго жил, не имея всего этого. Так что лишний раз подсказ говорит о том, что нужно просто прокачивать скилл. И все станет нормально. Иди отсюда, жопошник. О, что так далеко-то лететь-то? Ну ладно. Уйди. Бегай, главное, так быстро. Я ж чуть не испугался. Вот и раз уж мы здесь, нам нужно немножечко. Если вспыхнет, это да. Так, а вот тут я сплю, тут я продаю. И покупаю. Ну, здорово. Добро пожаловать, гражданин. Дубинка у тебя не очень. Ресурсы у тебя... Доволен? Не особо, перьев нет. Мне нужны перья. Могу перья начать тебе продавать? Тебе понравится, гарантирую. Спасибо. Ты знаешь, что вот делаешь, придется парень? По крышам бегать, собирать саму все это. Так, дневник... Вот туда, вот нам, да? Ща мы кого-нибудь спалим. Вмешаемся. Ладно, идем вниз. Чё, музычка такая, как будто я в бой попал. Хотя боем пока и не пахнет. Можно больше по крыше бегать. Тут-ту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 
Ничего не продают. Ты на стороне врага. Но сообщи, если он начнет вести себя странно. Так, смотрим. На, вот туда. А, вот сюда вот. Вот в эту дырку прям. Прям вот сюда вот и влетим. Опа, я пролетел.
Я самый быстрый Джокер в вашей компании. Ты вернулся? Да. Нашел что-нибудь? Ну, смотри. А, письма. Забрал зараженного в одежде курьера. В одежде курьера? Блять, Майк. Я знал, что там опасно, но... А что ты матюкаешься? Блядь. Я тебя осуждаю. Это ты похож еще не все. Это на чувака из российского сериала. Его ударили ножом и бросили, чтоб превратился. Значит, вот на него напали. Бывает. Иногда нас пытаются ограбить. Слушай, пока еще ни одной информации я... Многие хотят на... Это не ограбление. Письма не тронуты. У Майка не было врагов? У него были. За последнее время пропало много людей. Намекаешь, нацелились на саму гильдию? А если хватило? Если хватило. Скорее всего, это были бы ренегаты. Если развалится вся сеть. Значит, будем друг друга бить. Торговать тебе все так же нечем. Ну давай поговорим. Салют, профессор. Есть новые поручения? Поручения? Конечно. Вот, держи. Отлично. А урок истории будет? Может, другой раз. С учетом того... А. Я понял, историю не будет. Я должен просто так забегать и отдать на 800 метров. Ну и параллельно... Давай. Где там? Кто может понимать, как не стали вас убивать? Понятно? Так. Могу узнать, почему ты на меня кидаешься? И еще рыбачек. Так. Спасибо, что вмешал. Я тут на самом деле просто решил устроить небольшой марафон. Все. Потому что ты живой. Беги. Ты выжил, у тебя все хорошо. Иди в мирную жизнь. Смотри, тебя не отпускает, да? Ну что ж, тут мои полномочия, все. Далеко и надолго. О, опять большой. Большой мутант. Так, у этого мы сейчас с лука снимем. А вот у этих сейчас ремесло. 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 Где же? Я же могу делать эти штуки, которые грудят. А, вот они. И все туда. Все туда. И взять другое оружие. Все, больше не интересно. Да что я хотел от вас, я взял. И наверх. Безопасность, ё-моё. Ладно, только ради тебя. А, даже не интересно. Итак, 600 метров. Нам типа наверх. Наверх забраться-то получше. Ну ладно, пока так побежим. Осталось 600 метров, так что может быть... Серьезно? Ну не сука ли? Ну... Давайте отметим этого чувака. Давайте не надо. На самом деле, вот что я хотел. Остальное, ну, с подручным. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все, вроде все собрал. Че, у нас ночь скоро? Нет, еще пол, только полдень.
Иди отсюда. Оп, допрыгнул. А тут нет никого. Здорово. Я так понимаю, что вы... О, восьмого уровня. И давно вы тут восьмого уровня стоите. Чего ты так бегаешь? Сейчас встану, погоди. И до тебя дойдет. Еще не все? Слушай, а почему они восьмого уровня стали появляться? Это же... Ну, ненормально. Я типа расту, окей, я тренируюсь для этого. Каждодневно. А они что для этого делают? Просто стоят на солнышке? Так, ну... Оп, ну, теперь я вот так могу. Я здесь что собрать? Здорово, мужик. Хочет восстановить ночных бегунов. Ты добрый, ты добрый. Ребятка. И наверху. Если еще выше, то будет еще дальше. Вот они мы. Так, это что такое? Питательные ножи, разбитая бутылка. Разбитая или распитая? Разбитая. Выглядит как целая на самом деле. Не знаю, что это. А, по-моему, здесь уже был. Да. Тут у нас были эти разногласия с местными авторитетами. До сих пор тут лежит. Это очень странно. Раз уж мы здесь, нужно взять аптечку. Аптечку супер-ультра класса. О, кстати, кассета. А, записка. Тузбубен реневат. Ревенат. А вот туда вот дальше. Что-то еще не взялось полезного. Просто ты что здесь лежишь, непонятно. Оп, запрыгнули. Оп, хорошо. Ага. На, в ту сторону. 500 и 400. Вот на этом мы поднимемся прямо вверх. Выше. Так. Непонятно. Прикинь, походу не могу. Ну ладно. Давай посмотрим на карту. Я только что пролетел. Вот здесь какой-то. Бывший ночной бегун. Какой-то пролетел этот ветряк. Так, вот так вот на него. Ну, типа, вроде как его вижу, вроде как не вижу. Что это? А, это закусочный рыбы глаз. А, все. Да, но проблем. 65 метров. Что-то явно изменилось. А вот что изменилось, я не пойму. 159. Ну, полетели. Ля-ля-фа, эти ноты, ля-ля-фа. Одиноки, может быть, что там не успеет. Ля-ля-фа. А
Надо хотя бы раз посмотреть, что у них в этих тайниках. Тайник. И все. Ромашка и мед. Оп. Так, теперь в какую сторону нам идти? 137 метров. А, это в этом здании. Вообще огонь. Так, где-то на этом уровне. Ага. А чё я доставляю? Что-то очень важно, очень срочно, кажется. Или нет? Я не помню. Вот мы пошли сюда что-то доставлять. А чем мы доставляем? Кто не помнит? Раз, два, три. Вам посылка. Спасибо. О божечки, это боже. Посылка, я забрал. Он все-таки его забрал. Да, кого? Что забрал? Кольцо моей невесты. Оно было утеряно? Я потерял ее. Кольцо было на ней, когда отключился свет. Ужас какой. Оно осталось на ее живом трупе. Так что эта тварь носила кольцо. Эта тварь носила кольцо, которое я... Это было кощунство. Печальная новость, одна за другой. Динеш, он обещал очень... мне выследить ее из-за... Динеш должен был быть моим шафером. Замечательно. Нет. Что? Нет. Что? Здесь записка. От сестры Динеша. О, им это... пришлось убить его. Но они нашли кольцо. А еще одна печальная история. А есть у вас более счастливая история? Пожалуйста, отпустите. Кому-то нужна меня. Моя помощь. Чип-чип-чип-чип, Дэл. К вам спешат. Чип-чип-чип-чип, Дэл. Лучше всех. Глазам своим. О, я даже не знал, что так все легко получится. На, ты свободен. Вообще быстро получилось. Какой крюк офигенный. Я не знаю, как тебя отблагодарить. Вот это мне отдай, это и подойдет? Свободен. Да. Все хорошо, друг. Не переживай. Оп. Ну и направо. Мы спасли одного благодарного жителя. С чем я нас и поздравляю. 37 метров. Так, похоже, ниже надо идти. Заметили, что люди, которые ждут нас, от нас письма, очень одинаково выглядят. Квартиры, в смысле. Раз, два, три. Оп, еще и взлом. Чуть вверх. Чуть вверх. Все нормально. И мы получаем в подарок муку и самодельное мачете, необычный предмет. Еще один решек откроем. Так, куда-то сюда вот. Да. И мы получаем вот такую штуку. Что могу сказать? В целом-то мы молодцы. Так, раз, два, три. Что-то я прям вижу, кто там стоит. Это ведь не всерьез. Ну ты еще видел эту херню? Это что за херня? Он явно не... Зачем-то вы пытались на меня напасть? Я же вам ничего плохого не сделал, просто пришел, рядом постоял. Ладно, время отдать письмо. Давай, опять печальная история. Это не аист. Это курьер. Я не аист. Глупости. Я узнаю аиста с первого взгляда, и он принёс...
Сыночки, что за чушь он несет? Он такой красивый. А смотри, он зевает. Наверняка. Это что такое? Я так хочу обнимать. Да, мамочка. Дорогая. Есть малыша. Ты это все ужасно. Здесь? Да. Нет. Ой, Феррис. Я же говорил, дорогая. Что происходит? Что происходит? Мы тоже хотели бы знать, потому наш что... Наш настоящий ребенок не... Сильно сошла с ума. Все понятно. Еще одна печальная история. Это то, чего мне не хватало сегодня перед нам сном. Посоветовали купить куклу. Звучит безумно. Твой сын только что покакал, Феррис. У него даже какая... Как мило. Это ужасно. Послушай, это очень личное, поэтому, пожалуйста, никому об этом... Да, я конечно, просто я снял видео и положу вообще, это... И правила гильдии запрещают. Я знаю, послушай, ей нужна кукла, чтобы себя лучше чувствовать, а мне нужна... Я понял. Все хорошо, ладно. Так это ты новый любимчик Дрискола? Да, так это ты негодяй, который пытается убить всех, кто тебе не нравится. Ты не первый. Умный. А по виду не скажешь. Да потому что ты лысый. И Дерек. В точку, лузер. Когда-то курьеры были героями, и эта эмблема что-то значила. Да, времена меняются. Ты геройствовал, когда был курьером. Да, кстати, это тоже хотелось бы тебе сказать. Я совершал ошибки, но я верил в наше дело, не то что ты, блядский пилигрим. Мне кажется, что нам придется с тобой драться. Я знаю, чего ты добиваешься. Хочешь выудить информацию и слинять? Ну, вроде как да. Сначала так и было, но теперь все иначе. План такой, да не иначе, все так. Я всем покажу, каким должен быть курьер. Каким? Преподам всем урок. А ты самоуверенный, потому оступишься. И в этот момент я буду рядом. Ладно, ты просто пришел поугрожать. Господи, 800 метров обратно возвращаться. Быть курьером не круто. Теперь, блин, долго-долго лететь. Что бы ни случилось, что бы ни случилось. Мы летим наверх, и мы летим. Наверх. Слушай, в целом у нас прям получается нормально летать. Еще разочек. Ладно, мы почти прибежали, мне кажется. Или нет, или еще далеко. Здорово, мужик. Ты тоже, мужик, здорово. Как дела, дружище? Нормально, твои как? Фрэнк хочет восстановить ночных бегунов. Интересно, куда еще бежать? 350 метров. Нам явно нужен наверх. Еще разочек. А куда мы летим? А, все, я придумал. Нам нужно кого-то спасать вот там вот. Вот сюда вот, 50 метров. Ага, вижу. Сейчас, погоди. Вилки я могу. Хе-хе-хе. Давай, мне точно должен, я пошел. Давай быстрее. Прими это в знак благодарности. Что, опять какой-нибудь редкий расходник? Этих редких расходников пока усилили ярости. Оп. И я здесь. Давай сюда. Ой, не попал, ну ладно. Так, а мы туда, кстати, да, еще идти. Прыжочек. Кнопка, прикинь. Еще одна кнопка. Нам бы тут наверху, вижу, где наверх забраться, и это хорошо. Чем выше наверх заберемся, тем ярче дальше лететь сможем. Кстати, сколько нам лететь? 283 метра, да. Стоит немножечко наверх-то подзабраться. Подзабраться.
Помню. Че, ну давай на самый верх. Полезть в шух. А это что, все? Да. Это продолжает здесь лежать. Тут пусто. Ничего не материализовалось. А очень жаль. Так и будет здесь лежать? Ну ладно. Не будем отвлекать. И... Выше. Дальше. Еще выше. И вот походу в то здание. 145 метров. Идем на снижение. Резко идем на снижение. Ох, кажется, мы сейчас не долетим. Оп, долетели. Давай, мужик. У меня, кстати, с другим мужиком проблема возникла. Что случилось? Зараженные? Нет, Дерек. Поговорили. Вполне возможно. Он зол на всю гильдию. И он должен понимать, что будет. Поэтому он... Так где же? Не знаю. Следи... Потому надо быть... Так, хорошо. Обычное задание. Что ждать, пока что-то случится? Есть поручение? Да, но помни, что там придется беспокоиться не только о Дереке. А о ком еще? Спокойствие, профессор. Наши тропы становятся... Да, но лучше не встречаться на этих дорогах. Сейчас полно слухов. О новых ужасных тварях. Сомневаешься. О, нам нужно идти туда, где можно поспать. Ближайшее место. Это вот здесь. Все, конечно, круто, но бегать по ночам. Давайте вокруг толпы зараженных, хотя на 500 метров нужно двигаться, чтобы сраное письмо отнести. Очень не хочется. Поэтому пойдем сейчас поспим. И ухожу в темную зону, возвращаюсь ночью. Когда это моя темная зона, разве нет? Ну? Это же моя территория полностью очищена. По-моему, мне так во время кажется. Это мое. Дайте мне крутую аптечку. Интересно, сколько у меня осталось уже этих аптечек. Вещи. Рюкзак. Вещи. Не понимаю. Ремесло. Навыки, дневник, вещи. Нет, как-то не сюда, а вот сюда. Ой, хуже 79. Сохранишь сначала эпидемии. Ну типа, легендарный же расходник. Подождем до ночи. Потом немножечко отоспимся. Потом немножечко до утра. Кстати, мое оружие вот сломается. Вот мы подождали до ночи. Сейчас наступает утро, и мы можем со свежими силами дальше, как нормальные человеки, функционировать. Дождь идет. По дождю полетим. Здорово, мужик. Так, я ж могу еще наверх забраться. По любасу. А оттуда уже полететь. Я в темной зоне. Интересно, почему у меня не убирают эту штуку? Это хорошо, что я знаю про эту штуку. А если б не знал. Раз. На самый-самый верх. На самый верх.
На самый верх. Заказчик, нет, давай сначала разберемся с этими штуками. Тут я гулял со своей лучницей. Так, поехали. Полетели. 500 метров. А до этой точки 400 метров. 389. Летим до нее. И, наверное, знаете, что сделаем? Оп. Во. Вот это сделаем. Там говорят, что 42 метра кому-то помощь нужна, но извини, сейчас мне прям, ну, не с руки. Очень узнаваемые паттерны. Этих вот систем, мама. Так, вот кто у нас живет? Чё-то я не знаю этого места. А вот это интересно. А теперь мне интересно. Это типа вход? Откуда я должен входить? Походу это просто место, куда люди не должны были добираться или не задавать лишних вопросов. Оп. Зет и полетели. 230 метров. А до той точки чуть дольше. Но они типа словно рядом. Пытаемся угадать, куда же мы прилетим. О, тут можно подзарядиться. А, это, кстати, где-то здесь. Это где-то здесь, и это где-то 11 метров. Угу. Вопрос, с какой стороны у нас вход, как всегда, остается открытым. Ну, что ты тут делаешь? Это у меня сил, силище удара. Так, так, так. И, кстати, вот мое оружие сломается. Ты что, тоже 8 уровня, а 4? Непонятно, почему тогда так вышло. Так, 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 куда-то сюда вот. А. Как-то очень непонятно. А где вход? Ладно, вот вход. Давить? Да. О, немножко отличается, кстати. Тебе нормально с такими соседями? Или нет? Гильдия курьеров. Курьер лама, гильдия лама. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, подождите минутку. К нам кто-то пришел, Жизель? Жизель, имя? Нет, мама, я просто запираю дверь. Спасибо за письмо. Оно от моего возлюбленного. Кто так говорит в будущем? Гильджи, я на другом конце города. Мы очень хотим быть вместе. Слушай, это уже четвертая история. Она уже теперь лет 30. В последнее время это модно. Да. Во-первых, вы можете меня вы... Окей. Окей, ну давай поговорим. Можете доставить это письмо. А мне за это заплатят? Если бы он мог уйти из своей семьи, мы были бы вместе. Но он не может. Ладно. Ладно. Это вас спасу. Куда мне там идти? С другой стороны здания, да, похоже? И прохода. Ну, хоть какой-то проход. Сарямба. Ой-ой-ой, все, я все понял. Оп, страшно-то как было. Ого.
Ого. Ага. Терри. Лук. Так, Ю. Ремесло. Раз. Два. Три. Я думал, спасти кого придется. Раз, два, раз, раз. И электрического чувака тоже немножко победить. Так, а вот с этим у меня проблемы, да? Три. Вниз. Давай пробуем огненную. Так, нет, три. Вниз. Ну, огненная. Вот, горит хорошо. Но особо не помогает. Терри. Вниз. Ю. Ремесло. Шоковые стрижущие стрелы. Еже три. Вниз. Огненные. Взрывные режущие. Да, понеслась. Что-то не густо. И странно, почему ты просто стоишь? Ладно. Давай, Терри. Вниз. И огненный заруляем. И Терри, и вниз, и Терри, и вниз, и режущие. Так. Откуда будут бежать? Вот в чем вопрос. Раз, два. О, один упал. Слушай, ну 8 уровень это слишком круто. Осталось 2. Две режущие, три вниз. Ну, огненными давай пуляться. Ладно, пока это горит, нет никакого смысла пулять дальше. Вот это мы сейчас как обыщем, вообще классно будет. Но критического попадания не было, печально. Чё, пусто. А чё это? Не, это я хотел использовать. Не кайф, да, когда вот ты даже врага походу не видишь. Электрический мужик. Вон для кого вот эти вот штуки были. Похоже, усиление сопротивляемости. Но на него очень много уходит, будем честны. Промазал, короче. А давай пробуем его мечом. Ой, это мне не понравилось. Ладно. Оп. Быстрая такая. Я на тебя свой меч потратил. Это нашли. Где у нас тут?
призовой мешочек. Где призовой мешочек? Так, давай, отойдем, посмотрим. 7654 обыскать. Не знаю, как я достала тебя, но извиняй. Ладно, будем считать, что мы все достали. А значит, можно лететь дальше. Еще, кстати, 108 метров. Угу, а в ту сторону. Пара-пам-пам. Оп, запрыгнул, прикинь. Паркурище. Ого. А, как сказать, что там что-то. Не допрыгнул, ну да ладно. Не больше-то, не больно-то и хотелось. Так, сюда, 92 метра. Я понял. Ой, а где они? Ого. Как-то вот туда вот нужно. Так. Привет. Ты кто такой? И еще один где-то остался. На стрёме стоял. Крючок, конечно, мощь. Просто орете там. Но ежели просто орите. Точно знаем, что вправо. И точно знаем, что немножечко выше. Оп. И тяжелый взлом поддался. Раз. Два. Ну, типа, как-то вот. Вот так вот. Вот так вот все. Какой-то сюда, да? 70 метров. Походу на заставе кто-то торчит. А, не, наверное, в том доме. На втором этаже, да, походу? Чё орёшь-то? Дурилка. Внимание. Так, привет, люди за одинаковыми дверями. Это что? Ваш местный правитель дверей, здоровый мужик, сэр. С серьезным лицом. Спасибо, то, что надо. А то в последнее время совсем тихо. Ты хотел, чтобы было громко? Прекрати, Таня. Я тоже на что-то еще способен. Это да. Я не веду... Запомни, я лишь потерял ногу. Походу... Нет. Ладно, а... письмо? От командования. И я не открываю. Да. Не перегонит, да? А заткнись. Мне нужна твоя жалость. Жалость. Мне ну. Ну может. Дойти куда да, бабам, даже бабам. И у меня есть две руки, чтобы тебе нападать. Ну ты такой себе муж. Медицинскому персоналу необходимо предъявить свой пропуск и пройти досмотр в блоках B и C. Напоминаю. Да, запрыгнул. О. Да, нельзя позволять. Так, чего ты кто? Тут развыступался. Развыступался тоже мне. Сынок, я воспоминания. Ну, я одному такому задача. Помогал. Мне под силу. И после падения был в сохранении истории Веридора. Что здесь можно много чего. За это следует благодарить. Нам следует хранить без знания. Слушай, так темные века уже наступили. Несколько вопросов для проверки.
Ну, ну давай. Конечно. Отлично. Давай. Начнем с одного из определяющих моментов истории. Трагического события. Что за событие ныне известно как Черный понедельник. Оп, ответ на викторину. Делов-то. Химические бомбардировки. В 2025 году. Химическая бомбардировка города. Раз. Верно. Я уже упоминал. 6 января 2025-го. Химическое утра. Соединение, что я уже упоминал. Восстановление контроля обернулось трагедией. Миллион. В некоторых зараженных мутаты вызвали ужасные мутации, превратив их в то, что мы зовем особенными. Обсудим мартов. Давай. 64. Армия убила 64 человека. А ты был очень внимателен. Стрельба положила начало бунтам в городе. Из армия конфисковала все оружие и боеприпасы. Последний вопрос. До мутации, повысившей скорость распространения. Ну, я думаю, ты, что весной 14 года. Ранней весной 14-го. Браво, Юна! Так и есть. Вирус возник во время...